朋友们大家好，你们在小狼刚日频道。今天我们将扮演一个中国冰淇淋人。Да, ребят, сегодня мы поиграем в китайского мороженщика. И, блин, это уже немножко выглядит трешово. Китайский мороженщик. А мне даже сложность не дали выбрать. Господи. Да, конечно, в оригинальном Ice Cream есть китайский язык, его можно просто поставить. Но сделали... Но сделали отдельную китайскую игру. Да. Жесть. Что-то тихо как-то. Так... Канат. Я как понял, это пародия на первую часть. Окей. Ну хотя бы как-то похоже на Ice Cream. И почему у него фургон не красный, а голубой? У него реально вот в оригинальном Ice Cream у него фургон должен быть красным. А он у него... А почему у него такая маска гигантская? Не, я типа понимаю, да, мороженчик. Но почему у него маска настолько большая? Мороженчик, тебе не тяжело носить такую маску? Чё она такая большая? А ну, видишь меня вообще? Ну, пацан такой же. Ты меня вообще видишь? Чувак. Алло. О, у него даже музыка есть. У него фартук коричневый. Вот так бы выглядел мороженчик, если был бы в Китае. Ну, кстати, вот эта музыка из кафетерии подходит, если честно. Так, отвали от меня. Что, теперь не отстанешь? А как замораживать меня будешь? Капец. Китайский мороженщик. Только площадка есть. А что, нет другой локации? Ну, хотя бы локация оригинальная, и зато спасибо. Вот там наш мороженщик ходит. Так, ладно. Что здесь? Ключик, да? Кусачки? А их вообще можно выбросить? Их даже выбросить нельзя. Жалко. Интересно, вообще эту игру возможно пройти или нет? Ладно. Пойдемте. Минус — это лаги. Игра, конечно, плоховато оптимизирована. Ладно. Чё оно? Режется как-то? Нет. Я подумал, типа, перекусить. Надо там. Эту же леску. А он там с усиками, кстати. Так, ладно. Почему я не могу выбросить предмет? Это плохо. А ну, могу лазить? По лестницам не умею лазить. Ну, приседать умею. Да, это круто. Приседать я умею. Ой, он уже здесь. О, курточка. Что? Я взял... Да, трешачок. Я взял сразу два предмета. Кстати, это ключ от клетки вообще. Ну ладно. Окей, я открыл. И
что мне надо здесь делать? Надо найти, походу, канистру еще здесь. А кусачки мне зачем? Вот зачем мне кусачки. Только я не могу открыть. Ладно, наверное, с другой стороны открывается. Окей. Раз с другой стороны, значит, с другой стороны ничего с этим не поделаешь. Придется идти. Хотя я успею, в принципе, пробежать. Меня не спалит. Ну вот, что я, в принципе, и думал. Смотри, прям через текстурки можем заглянуть. Оп, видел? А ну мы вот это будем спихивать? А, нет. Нам придется бежать опять. Видишь, прям можем через текстурки посмотреть. Оп. Ладно, пойдем. Ой, да что ж такое? Меня просто разматывает. В разные стороны крутит. Туда-сюда, туда-сюда. Так, пойдем. Ну, пока вроде все получается. Я думаю, эта игра вполне должна проходиться. Если она проходится, то мы ее пройдем обязательно. Окей. Мы типа заправились. Но мы же с тобой забрали канистру, верно? Что, мы с тобой, получается, заправились. Окей, заправились. Или что, или нет? Блин, я не понимаю, куда нажимать. Блин! Окей, ребят, я начал заново, к сожалению, я вышел в главное меню. Ладно, мы с тобой вот типа заправились, да. А что надо делать дальше? Теперь сейчас смотри, правая кнопка отвечает за то, чтобы мы вернулись в игру. Это главное запомнить. Так, и кстати, ребят, я понял, что сидя мы перемещаемся быстрее, по-моему. Или мне кажется. Капец, он даже сквозь там ходит, алло. Так, ребят. Я думаю, нам надо что-то делать с фургоном. Вот реально, как будто что-то... Вот кажется, что надо что-то сделать с фургоном. Все-таки взяли канистру, заправили бензинчиком. А здесь только одна локация. Тачку открыть не могу. Слить бензин тоже не могу. Кафетерия появилась. Нифига себе. А она здесь была или мне показалось? Ну, типа, была здесь кафетерия или нет сначала? Закрыто, да? Окей, а как мне попасть туда? Что вы от меня хотите? А, я не могу туда пройти. А почему? Почему... Пустите. Ой. 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 Меня поймали? Да твою мать. Окей, ребят. Поехали в кафетерию. Я видел, там мороженчик прошел сквозь дверь. Значит, и я так могу. 100%. Раз и он, значит, и я. В смысле, нет. Я не фокусник, как он. Почему я не могу открыть дверь? Помогите открыть дверь. Сейчас этот дебил сюда придет. ПЖ, помогите открыть дверь. Пожалуйста. А может нажать я сквозь пройду? Нифига подобного. Блин. Нет, 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 нет. Не убивай. Ты чё сквозь машину ходишь? Тихо, 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 тихо.
А куда мне бежать? Здесь все закрыто. Все, на этом моя жалкая жизнь закончилась, походу. Я не понимаю, как проходить эту игру. Я не понимаю! Все, ребят, я не могу это проходить. Я не могу это проходить. Я не понимаю, как это проходит. Все, я больше не могу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.